1 января 2023 года. Ура! Ура! Блин, нафиг. Короче, здравствуйте, это канал Максимадзе. Еще поздравляю уже с вас всех с наступившим Новым годом. Надеюсь, вы отметили его прекрасно. И сегодня у нас моды на игру «Как достать соседа». Короче, первый мод называется Neighbors from Hell 4 Beta. От Игоря Б. И был у нас Игорь Ч, а теперь у нас Игорь Б имеется. Ну давайте посмотрим, что же это у нас такое. Говорят, что это... Он сказал, что это новогодний мод. И давайте проверим, насколько он новогодний. Во всяком случае, меню Новым годом не пахнет. Первые шаги. Этот уровень будет на улице, и ничего не надо делать. Если закончится время, то ты выиграешь. Этот уровень был сделан за 5 минут. Да, я как-то и не сомневаюсь. Если честно, ну давайте проверим. Так, от Игоря Б. Ты можешь зайти в дом или побегать. Я не знаю, что тут делать. Ну да, конечно. Конечно же, ты не знаешь, что тут делать. Это типа такой снег огромный, нарисованный своими руками. А чё это? Это не завершение уровня, что ли? Ну ладно, давайте посмотрим. Все равно окончание времени дождемся. 0 из 0 пакостей у нас здесь. И процент немного уезжает за экран. Первая зимний день. Первая? Это, блин. Что у тебя со склонением-то? С родом? Чувак. Сосед решил ждать, когда будет Новый год, и он решил посмотреть, что находится на улице. А Вуди пошел и решил, друзья, не решил, а решил сделать смешной эпизод. Ну давайте вместе с вами решим этот смешной эпизод. Решим. И это такая новогодняя атмосфера, да? Что-то как-то слабовато, мне кажется. Такой переход... Да, конечно, прикольно, но... А, тут дом прямо изменен немного даже. Ну, неплохо, неплохо, ладно. Но, честно сказать, это... Мне кажется, самый слабый из всех новогодних модов, что я видел. А других новогодних модов мне, к сожалению, не скидывали. Так что только он у нас сегодня... Ну и кроме него еще там парочка модов и одна фанатская игра. Перепоказываю, потому что меня авто... Когда соседа Cuphead перепокажу, и раннера его тоже перепокажу. Автору не понравилось, что я там так мало играл. Что, чему я, собственно говоря, и не удивлен, что ему не понравилось. Я и сам предполагал это еще тогда. Но просто там, кроме того, что Cuphead... Ничего больше не изменено. А, ну еще концовка разве что. А как... А, это, вот это гостиная, что ли? Не, ну то, что дом изменил, это, конечно, прикольно, действительно. Какая-то странная все же есть. Какая-то крыша некрасивая есть. К слову говоря, зачем почтовый ящик ему здесь? Вот тоже интересный вопрос. Возникает. Или может это сейф у него гостиный. Много загадок и вопросов остается у нас. Что ж, 100%. И где наш Вуди? А, в шкафу, наверное. Нечего, нефиг ему там делать было, на самом деле. Это, а это что, это мантия, что ли, под землей? Или что это? Или как... Или материя, господи, мантия. Блин, я забыл, как она называется. Так выглядит. Ну, если это земля, то земля какая-то странная совсем. Почему она красная? Телевизионный, по-моему. А может и нет. По-моему, да.
Подпишись на Максимадзе. Благодарю за такую просьбу, конечно, это всегда меня радует, но господи. Ошибки-то мы не любим, все-таки. Вуди, почему с маленькой буквы-то написано «Наш любимый пельмень»? Сед опять решил выпить и посмотреть телек, а Вуди решил читать далее. Блин, чувак, извини, но что-то эта кнопка не работает. Что-то она не работает. Ну давай же работай, блин. Не работает, читать далее не работает. Да фиг с ним, поехали играть. Красная земля. Какая-то реально странная земля. Но тем не менее. Яйцо. Фигцо, блин. Даже так. Все еще болею до сих пор, блин. Слабительное. Конечно же, сосед должен отведать слабительного. Чтобы унитаз отведал от соседа потом кое-какой маленький подарок коричневый. Который мы уже далеко не в первый раз видим. А, кстати, анимации Вуди нету. Он не шевелится, когда он так стоит. И так тоже. Итак, готовимся пилить кресло. Я забыл антенну подкрутить, ну да ладно. Интересно, успеет добежать до шкафа или нет? Давайте попробуем. Конечно, успеем. Хотя нормальный, не слепой мужик его бы заметил сейчас. Да господи, сколько можно кашлять там? Не надо было нам по морозу пешком ходить. Уровень, отлично. Блестяще. Мы прошли это блестяще. Наверняка вы вспомнили тот самый мем. Сюрпризы ко дню рождения, а может быть к Новому году. А нет, все-таки ко дню рождения. Сегодня было 5 декабря, сосед решил праздновать свой день рождения, Вуди решил сделать ему подарок. Пара девелюс. Погнали, блин. Еще петь меня заставляют, блин. Так, сейчас. Да, в аптечке ничего нет. Пакости, короче, никакие не поменялись, изменился только сам дом. Переходы между комнатами растянулись, и нету двери на третий этаж. А да тут, по сути, и третьего этажа-то нету, вот, как видите. А, я мышеловку засунул. Стоп! Давай туда.
Успели. Последнюю миллисекунду, блин. Успели. Но в связи с тем, что здесь переходы вот так растянуты, это слегка ускоряет процесс прохождения. Соседу приходится меньше бегать. И нам тоже. Яйцо в микроволновке. А сейчас сосед зажжет свечу в честь Нового года. Раз, два, три. Ура! С Новым годом! Блин, если бы у меня такое в гостях бы случилось, это, наверное, было бы смешно. Смешно и одновременно грустно. Короче, этот мод мы прошли. Ну ладно, давайте поставим ему плюсик, ну, все-таки потому что Новый год. А мы переходим к следующему моду. Окей, let's fucking go. Надеюсь, на эту музыку авторских прав нету. Андрей, студио нам создал вот такой вот мод. Спасибо, конечно же, Максимадзе. Я не знаю, кто такой Максимадзе, но... наверное, он очень крутой чувак. Обязательно подписывайтесь на него. Ну и, конечно же, Кореш Студио. Надеюсь, на музыку действительно нет авторских прав. Короче говоря, выходной. Как мы скоро увидим, наш сосед тот еще тип. Сегодня он решил посидеть около телевизора, иногда идет на кухню покурить. Траву... ой, господи. Я думал, тут написано траву. Трубку все-таки. Я сначала прочитал траву. Будет не по душе, придется нести соседушку. Let's go, fucking go. Ага, здесь уже стандартная музыка. А чё я пакости и никаких изменений чуть не вижу. Ну ладно, давайте сыграем. Тут, по-моему, всего два уровня. А зачем два яйца? Подождите. Куза или кула какая-то написанная. Какая кула? Акула нафиг. А, вот это... это название этой трубки. Так, все-таки есть изменения. Господи, я ошибся, извиняюсь. Парам-пам-пам-па, парам-пам-пам-па. Зачем такое надо говорить? Ну, логично, что это надо сюда. Ой. А можно еще одну, да? А, нет, нельзя. Ну, может быть, яйцо второе надо положить на это, кресло. Ну что, бомбани, соседушка. Хо-хо, красота какая. Отлично, ё-моё. Сейчас сосед сядет на яйцо и будет с Новым годом. Сюрприз. О, даже анимация немного продумана. Хе-хе.
тогда экранчик. И в кресле. Воскресный отдых. Сосед развалился в кресле перед сломанным телевизором. Отпьет кофе. Ой, господи. Пиво. Через некоторое время кликает на кнопки на пульте, чтобы пытаться починить телевизор. Время от времени он заставляет себя встать, тащиться к холодильнику за новой бутылкой. Как же Вуди улучшить момент для пакости? Поживем, увидим, решает Вуди, незаметно пробирается в дом. Ну, давайте посмотрим. Neighbors from Hell Epic Vacation. Так называется этот мод у нас. Ух, ладно. Два выключателя. А нафига? Вот это салфетка, блин. Вот это дом у соседа. Чего? В смысле? Ну чё, оно зависло-то? Игра вылетела, короче говоря. А какой-то там объект не найден. Короче говоря, ладно, тогда идем к следующему моду. Ах да, надо же поставить оценку. Ну, вопросительный знак, потому что я не знаю, что тут можно, в принципе, поставить. Ладно, короче, идем дальше. Сосед Капхэт у нас. Как я уже говорил, автору не понравилось, что я там так мало показал. И он, можно сказать, заставил меня еще раз показать. Но на этот раз все уровни уже показать. Ну что ж, давайте. Мы снова все в море, сосед проверяет систему безопасности на арене, но Cuphead готов к Swell Battle, блин. Подсказка, знаете и запоминайте, запомните, что иногда можно проходить с Ротвейлером. Ну, конечно, я это знаю. Да-да. Звуки из Капхеда, конечно же, у нас здесь. Собственно говоря, а пакости все те же. Блин, вот эта анимация, конечно, подкалывает меня вообще. Что это за сардины? А, это монеты. Я думал, это какие-то сардины. Какая-то банка сардинов. Блин. Огнетушитель хватаем и вперед. На, собаки, на, отведай колбаски, блин. Как он быстро бегает, ё-моё. Быстренько действительно бегает. Сразу же делаем так. Берем еще один. И давайте сразу займемся этим делом. Ох, как оно быстро работает. Капхэт наш все могет. Капхэт у нас круче, чем Вуди, оказывается. Ну, конечно же, это сарказм. Наверное. Капхэт, он не такой популярный, как КДС-соседа. Все же. А, блин, надо было камеру отключить. Забыл совсем. Камеру вырубаем. Нафиг она нам нужна. Let's go. Идем дальше. Ha ha ha.
Так, вроде все сделали. Да, на значки теперь даже нельзя посмотреть. О! Чуваки из Капхеда летают на самолете вместе с Вуди. Это так офигительно. А, тут еще самолет есть. О, еще самолет. А, нет, это какой-то вертолет. Из Капхеда, но я не играл в Капхед, поэтому не знаю, что это. А, это фигня так орёт, что ли? А почему провал-то? А, ну это... В локализации в этой почему-то... Нервный срыв — это провал. И провал, когда мы теряем все жизни, это тоже провал. Как-то странно, реально. Какой-то бред. Экстрим. Мексика, ё-моё. А, господи. WPK. Мамочка, ходить по храмам и на кориду. Сосед решил спустить пар. Чего, блин? Вы на каком языке мне пишете вообще? Экстрим — это сегодня очень модный. Сосед отправился бродить по грам. По каким грам еще? И лазать по гнездам. Но надо быть настороже, когда много всего в один день может что-то случиться. Вуди сражается с Эстервинчестер. О, господи, ну почему все так сложно? Я не представляю. О, а почему она розовенькая застала? Пусть она уйдет отсюда, тогда схватим банку краски. И сосед отведает силушки. Ой, господи, какой силушки! Краски красный. А, все-таки красный, не розовый. Немного измененная, короче, тема с Мексики. Я помню, как тут все проходится, поэтому, да, поэтому давайте по-быстренькому пройдем все это дело. А заодно также вспомним, как достать Сета 2, потому что я в нее не играл уже давно. Сейчас надо открыть эту фигню ломчиком. А, я забыл. Он же, оказывается, быстро открывает все это дело. Ну что ты так тормозишь-то, ё-моё? Отлично, мы теперь в ловушке. Ну и ладно, заодно посмотрим, как выглядит анимация по телевизору. Я ее вроде бы уже видел, когда первый раз снимал этот мод. Но посмотрим еще раз, потому что я уже забыл. А, нет, мы и так успеем спрятаться. Капхед превратился в Вуди! Или чашка головой, как там его правильно называть-то, ё-моё?
персонажа, я не знаю. Как она? А, фиг его знает. Я не знаю. Вот, отведай. И вкусно, и задрестать быстрее поможет. Отлично, окей. Мы все это сделали, теперь смолу кладем, точнее используем, ну, точнее, или как ее там, намазываем ее мы. И все, мы вроде бы сделали уже. Ой, и Капхэт опять превратился в Вуди. Че это за анимация, только сейчас ее видел. What the fuck? Еще раз хочу посмотреть, подожди. Блин, это прикол, конечно. Капхэт, блин. Капхэт, блин. Короче, предлагаю следующий уровень пропустить, если там ничего не будет изменено. А, и пройдем сразу последний. Совсем немного приостыл, ешь и будешь съеден, он будет сражаться с Моншайн Моб. Он снова тормозит, он снова пытается подъехать к Ольге. Подкатить может, а не подъехать. За обедом. Неужели у него получится? Конечно нет. Вуди постарается сделать все, чтобы было нет. Конечно же. Конечно же, тут ничего не изменено, кроме... Ну ладно, давайте хотя бы посмотрим на внешку. И на анимацию поедем. А, ну да, неплохая анимация. Очень даже неплохая анимация, я бы сказал. И на мамашную анимацию посмотреть. После этого мода покажу вам еще тот самый раннер. Там, оказывается, не одна, а несколько концовок. И закончим на этом выпуск. А здесь вот нифига шики не поменялось. Ладно, давайте пропустим этот уровень. А, нет, давайте еще раз попадемся, чтобы экран проигрыша посмотреть. Провал. А, даже звук есть. Ладно, давайте сразу этот уровень пройдем. А здесь никак, даже нет изменений в описании. Ну давайте посмотрим. Посмотрим, как тут изменена концовка. И здесь нам понадобится, кстати говоря, камера. На этом уровне камера мне понадобится. Чтобы пройти на золотишечко. Шапку стирать надо, голова чешется в ней.
О, розовый патрончик. О, опять самолет. Самолет вот-вот врежется. Не влетит в каюту водителя. Ой, какого водителя? Капитана, господи. Но, похоже, он застыл на месте. И, наверное, его кто-то заморозил в небе. Ибо иначе как по-другому такое я могу объяснить? Конечно же, никак. О, а почему оно розовое? Кровавое, что ли? Хотя нет, розовая это не кровь. Это, наверное, свекла какая-нибудь. Ай, блин, не успел, ну ладно. Ну ничего, 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 ничего. Что-то у меня заело во рту, блин, в языке. И сейчас попробуем открыть эту фигню. Ах, да, я опять забыл, что он быстро умеет это делать. Let's go. Не, Cuphead, это вообще угар, конечно, блин, слышите. О, это что за корабль, который наклонен? Наверное, может быть, в нем пингвины из Мадагаскара. Штурвал покрутили опять резко. И его так навернуло. Кто Мадагаскар? Кто Мадагаскар посмотрел, тот поймет. Кстати, время на часах. Понятно. Нормально все со временем. Ждем, когда сосед уйдет. И будем готовиться к... к ловле рыбы. Вместе с соседом. Сосед нам ее добудет, а мы ее поймаем. Вернее, заберем. Заберем как срочный заказ. Для Ольги. Так, вот надо успеть постараться все это сделать. Скорее всего, вряд ли успею. Пакость-то я, наверное, успею сделать, а вот удрать от мамаши уже, наверное, нет. Все, вот так вот хитроумно мы сделали. Да, в консольной версии сосед после этой пакости очень долго... А, блин, зачем я это сделал? Блин, я случайно это сейчас сделал. Ну, ничего. Это может, может это даже полезно, что мы сюда попали. Так, нам нужно постараться успеть схватить ключ и попасть туда. И все это мы делаем ради того, чтобы концовку посмотреть. Которая, по заявлению нашего
Камеру выключаем скорее. Ох, успели выключить. Статуэтку получили раньше, чем все пакости сработали. Это так офигительно. Так, ну все, успеем без проблем пройти. Но вот то, что мы потеряли жизнь, это, в принципе, даже на пользу пошло. Мы попали туда. И сейчас мы насладимся измененной концовочкой. Это что, самолетик какой-то улетел, что ли? И что с лодочками? Почему они так глючат? И почему они такие маленькие? А, самолетик летит. Только как-то немножко странно, он летит. Ну что ж. Ну что ж, а теперь остается... Ах, да, кстати, ну ладно, плюсик. Пусть будет окей. Этому моду. Ну а теперь давайте я вам снова покажу тут раннер и покажу остальные концовки его. Погнали. Так, вот, вот. Сосед догонялки, бегалки. И короче, помимо основной концовки, что мы уже видали, блин. Господи, как громко-то! Идите нафиг, кто мне в WhatsApp сейчас написал? Помимо основной концовки, что я вам уже показывал, тут есть и другие. Но давайте сначала покажу основную концовку. Самая наиболее логичная, я бы сказал. Это вот такая концовка. Да ё-моё, как громко! Есть еще вот такая концовка. Мы подходим к этому окошку, нажимаем на пробел и выпрыгиваем нафиг отсюда. Ой, мы залетели в компьютер. И оттуда вылетела игра. Что ж, какая-то немного странная концовка, но интересная. Вот бы я так тоже попадал бы в компьютер. Но тут можно также вылететь и в окно. Давайте я вам это продемонстрирую. Итак, прыжок веры. Погнали. Следующая концовка. Она у нас на кухне. Мы должны выпрыгнуть в это окно. А, не-не-не-не, другая концовка. Бу-бумс, отведал силушки от... Ох, да Гарри, блин. Вот так вот. Классная концовка. Гарри ниндзя. Итак, у нас есть еще концовки. Это концовка в ванной. Ведь не зря здесь стоит окно вот это вот. Вот так вот. Выпрыгнули. Выпрыгнули красиво. Выпрыгнули далеко. Это еще не все. Есть еще две концовки. Давайте я вам их покажу. Ай, блин. Нам надо сначала убежать от соседа, чтобы можно было попасть на балкон. Итак, вот при таком случае он там застрянет, сосед,
И будет вот так. Две концовки на балконе. Жаль, что здесь никаких звуков нет, кроме вот этого вот в меню. Короче, первая концовка — это просто мы подходим и вот так вот выпрыгиваем туда, как бы мы там только не разбились. И последняя концовка, давайте сделаем то же самое. Ой, не туда. А, ну и ладно, так тоже, наверное, сойдет. Как это странно немного получилось, ну да ладно. Мы должны взять зонтик. Полетели, ё-моё! Ну и все, по-моему, это все концовки. Больше я концовок не помню. Вроде бы все. Если не все, то напиши в комментах, пожалуйста. Ну, вроде бы все. Ну, короче, ладно, так и быть, тоже плюсик за эпичные концовки. Ну, на сегодня все. Еще раз с вас всех с наступившим Новым Годом. С вас лайкосы, подписывайся, с меня эпичные видосы. Я постараюсь в этом году побольше шутить, стараться быть более веселее. И, короче говоря, всем пока.